Ебать, на тачке. Вот. А! А, мы в него не влезем все, ёпта, блядь. Нам опять бежать туда надо, да? Блядь. Опять бежать надо будет, как в прошлый раз. Опоздал. Что у них по технике, кто знает? Брэдли Абрамс. Брэдли Абрамс, так, тогда. Сколочный обер. Кто-то не влезет сейчас у нас, да? Тут есть места еще, вы что, ребят? Они есть. Ну вы все сели? Блядь. Три места, два места есть. Чё я вылазил, блядь? Не бать ты лезешь, блядь. А чё я, зачем я вылез? Не знаю. А у тебя прицел вот это, он увеличивает или чё? Не знаю. А кто мне помощник? Никого. Ардай, по-моему. А, нет, не Ардай. Кто-то другой. А, Гюрза, наверное. Нет, ГПшник. У тебя нет помощника? Вот это, блядь, тебя кинули нахуй. Сказали, что ты хорошо стреляешь сам один. По вылочке возьмите все там, Абрамс, блядь. Я тебе три ленты взял, Флойд. Не возьмешь? Да, может, все три выкинуть. На шопу, уходите, я курю. Возьми лучше для Урала, возьми ракеты. Я взял одну. Да по одной возьмите, она не тяжелая. Ты, Урал, когда тебе надо будет выстрел, ты говори просто. Мне выстрелы. Там любой, блядь, тебе подойдет, любой тебе надо. Наставление говорит, что сначала выстреливаются ракеты помощников. Так, тяпка. Взял ракеты, не Урал. Смотри, мы сейчас будем ехать колонной. Как там насчет Кириллов, блядь? Будет у нас, нет? Бля, я посмотрел, сука, ну это пизда. Один в один, чувствуешь, разница в месяц, блядь. Знаешь, когда он такой, блядь, дежавю, Сука, это пиздец просто, блядь. В натуре, два дебила, блядь. Два Кирилл Кирилловича. Два дебил дебилыча, блядь. Ну, дебич, он и в Африке дебич. Сейчас въебашится, нет кто-нибудь? Как ты думаешь? Ну, подранится по-любому. Не знаю, насмерть, не насмерть, но кто-нибудь, ну, типа, вот это... Нас... Курьезная ситуация будет. Четыре КамАЗа считай, ездят в одной дороге, это все это, блядь, критическая масса, блядь. Сейчас найдется, который, блядь, я всех быстрее... Да, да, да. Два-то уже опасно, а когда четыре, блядь, это пизда, да. Что-то произойдет, блядь. Драгрейсинг, блядь. Гонщик нелегальный, там, понял? Я маниакальный. Ну, вторая ночная, да, Миша? Бля, нам надо, чтобы кто-то взял эту зуху. И надо пользоваться у них вертушкой. Вы нас слышишь? Где животное? Мазик. Он в каскал. Thank you.
Я бы последний в колонию поехал. Посмотреть, поржать. А ладно, тебе надо. О, да там туровоз был, почему мы не на нем? Кто бы нам его дал? Они, конечно, они сами себе его забрали. Там и бэхи были? Да, блядь. На Птуре давно не стреляли. На в субботу на первый. А, да? Опа. Ну, ебейся. Кто там кричит, блядь, сзади? Я думал, это кардан стучит, блядь. Но не заведет до машины. Коробка гудит, блядь. Комса, разверни-ка им зушку-то в затылок, блядь. Санта, нажмем только красную кнопочку, блядь. Вон красная кнопочка, этот кузов нахуй выкинуть, блядь. Да, он рядом. Да, 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 да. Как самосвал. Поднял, блядь, все там выкинул. Повалился с ушами, блядь. Смотри, тачка проехала, человек назад бежит. Красавчик. Два Кирилл Кирилловича, два дебил Дебилыча. Бля, я так ржал. Один в один, блядь, вообще, нахуй. Санта, Санта, дежавю, блядь. Я так понял, ты у меня кусок взял, да? Да. Ну я свой удалил, блядь, этот. Я думаю, ты это должен записать, посмотрел, да, есть у тебя, блядь, я вырезал. Блядь, на том же месте, точно так же, блядь. Зато, блядь, мы в Праге. Бля, да, такой, бля, ты бы видел, Урал, что там пишут, блядь. Это просто пиздец. Типа, да ваш отряд вообще бесполезный. Они там, блядь, ну сколько у вас убийств, блядь, типа, ну, в такой вот, блядь, манере. Недословно, но плюс-минус такая манера. Да, а да, блядь, да. Знаешь, как настреливаем, блядь. Надо им написать, да. Говорит, да мне похуй, говорит, ну, да, блядь, да, да. Бляг, это. Да. А он говорит, да, что он тебе там сам-то? Он такую хуйню там писал, типа, ты что-то детский, как хуйня там, что-то такое вот. И он ему говорит, да в смысле? Ну, говорит, мне нравится так играть, я буду так играть. А у него взрослый лепит, да? Да? Ну, он там, да, там. Так надо их на чемпионат мира отправить, ёпта, от России по Арме 3, блядь. Пускай езжает. Я сказал бы, куда их надо отправить, блядь. Ну, Вот пиздеть, еще видосы про два дебила покажи, блядь. Вот скажи, вы настреливаете. Да, и ваша прикинтовка вся, блядь. Все, погнали. Ой, повис. Кто? Сам ты вылетел? А, что, взлетел? Флойд. Че, ждем? На связи. Я вроде доложился, пришел когда. Привет. Мы киберспортсмены, мы нас стреливаем, блядь. Убери свою кислоту, траву поставь и будешь сосать, блядь, так же, как ты настреливаешь, блядь. Включи деревья, блядь, да? Да, 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 да. Все, хорош. Дай погореть, блядь. Все, запись пошла, блядь. Да, да, да. Нельзя материться. Негр! Нигер! Нельзя их нахуй посылать, да? Осуждаю. Как кого-нибудь сгореть, я пошлешь нахуй, и потом целый день ходишь, переживаешь. Нашел он, сука, не нашел. Ну. Все, ладно, хорош, давайте поиграем. Хуян к нам приблизился, блядь. Блядь, лагает, Сан. Сейчас въебемся, блядь. Они притормаживают, гони.
Новая чистая винда, блядь. Все спокойно. ФПС, блядь. У меня, блядь. Кстати, о музыке. Сегодня, когда нет, вчера, случайно записал видос на DCC, блядь, там, по дефолту, понял? Начал рыться, мыться, там, короче, в какой-то папке, там, апдата, хуята, там, вот этот, роуминг, понял? Угу. Папка натушена, Serious Games, блядь. Я забыл, я просто забыл посмотреть, что там, блядь, удалил ее. Нет, там таких папок. Так что это самое, пошукайте. Причем ее, вот у меня тут, я вижу, что тут в командере лазю, у меня там ее не было видно, а через проводник, через виндовский, блядь, ее видно, нахуй. Хотя, блядь, я тоже находил, но я ее удалил. А она не там, ну, я понял, про которую ты говоришь, это типа от этого, от лаунчера. Она вообще в другом месте. Я все пролазил, все, что с тушью связано, хоть чуть-чуть, я все поудалял. Я не знаю, что удалял, честно. Бах, нахуй. Так, я вернулся. Вадим, ты изушку тащишь за собой, работаешь на ней. Кто перевернулся? Мазик вернулся. Ага. Мазик перевернулся. Принял нас, не? Тут, все. Изушку тащишь за собой, работаешь на ней. Да тут он, ёпт. Да тут я, тут. АБХС. У меня мамка так говорит. Это бородата поэтому хуйня, блядь. Тут я, тут. Похоже на это. Тут. Может, это заразная хуйня. Тут там в багажнике. Как ты вратся пиздишь, в машине сидишь же. Нам похуй, блядь. Под карданно, тихо там. Да, поколачивается. Я уверенно иду просто. Куда? Вдаль? Вдаль иду, да. Идущий вдаль. Или въебаться уверенно. Лучше въебаться уверенно, чем неуверенно ехать. Бронза, а где метка на нас, блядь? Ты же с ДВшкой, блядь. Бронза, дай этот GPS, тебе все равно не нужен. В смысле, блядь? Ну ты извинись два раза, блядь. Вот это заявлено. Чтобы машины там никакой не было. Не, ну все равно, вдруг вас забрать, надо куда-то отвезти еще что-то, я вас заебусь. Да не ори ты в рацию, ебаный рот, блядь. Смотри, справа нет ничего, я не вижу. Справа нет машин, я не вижу. Похуй, смотри справа. Да. Блять, я нахуй метку ищу, отъебитесь. Не тут, понял? Вот. Лопатина мы едем, блядь. Да мне похуй, где вы едете, блядь. А это чё, это... Это чё, это Чернорасия, что ли? Да. О, ясно, бля. Мазик, давай я GPS тебе скину. Да. Ой, ебать, красавчик. Я только хотел сказать, Мазик, приедем, спасибо. Я тебе отдам. Я сейчас не буду отдавать, нихуя. Бля, ебать, у меня в зеркалах полоски отражаются. Бля, я точно в арму играю, не в дальнобойщик, а в арму, да? Там далеко-далеко, земля. А знаешь, это не дальнобойщики, это по грязи ездить надо, как она, шоу-ран там какой-то. Были бы вы, мужики, со мной вживую, я вам показал, как дальнобойщиков надо озвучивать. Дядя Игорь знает, блядь. Ну да. Там Новый год, два раза в год, вот. Там снег, это... там столько снега, что если б я там не был сам, я б не поверил, что бывает столько снега. Это же солдат, по-моему, нет? Нет, это дальнобойщик. Там далеко-далеко. Я поехал, да и стул. Все, больше ничего не надо. Я надеюсь, сам это вырежет. Нахуй бы это не надо. И зарплата не нужна. А
нахуй она нужна, когда я сижу на стуле, блядь, с рулем, блядь, и с кепкой, блядь. Вообще похуй на все зарплаты. Ну хуй с ним, дальнобойщики люди играют, там часами едут куда-то, блядь. А ей же это... кончилось, блядь! Блядь, карту нахуй на вынос, ёптай, как ее пропустили? Да, выпрыгнул. Эй, я выпал, блядь, пацаны! Даже не мажет кто-то другой. Догоняй. Ой, это я на кнопку нажал на красную. Ты хорошо подпрыгнул и полетел. Катапульта это была, на красную кнопку. Но самое главное, я думал, что мазик выскочил, и... потому что он был на проекте. Поехали. Безопаска. У тебя кровотечки нет? Не ранился там, бля? Не, все нормально. Я метку больше не буду ставить. Санта монетку удалил. И в это самое... Есть же что этот симулятор железной дороги. Там, понял, просто поезд по прямой едет. То есть чувака две кнопки вперед, и... Ага, да. И вот он, я где-то смотрел стрим ради прикола, но несколько часов. Он там хуй знает. Есть там игры красивые, то есть, ну, прям графика прям прикольная. Как бы. Но она красивая, но ты просто едешь, и природа, ну, и железная дорога. Знаешь, как это? Там самый такой этот смак, это когда ты, типа, перезаводишь, вот, перецепляешь вагоны, вот в этом вся фишка. А едешь, или похуй, едешь. Я не помню, что он что-то зацеплял, я просто зашел, там едет, думаю, сколько он будет ехать? Блядь, он как СГ ехал пару часов, блядь. Реально, блядь. Типа он доезжает, он перегружается на другой, ну типа перецепляет другой вагон и ебанул в другую сторону еще 2 часа, блядь. Ну есть игрушки, которые лесовозные дороги, там вот непроезжие, знаете, по ним ездят. С лесопилок дрова забирают и видят. Секунду, мужики, дядя Игорь. А тебе надо какой-то видос записать, чтобы... Ну, реклама есть у тебя стоящая, так скажем? Все, тогда ебальники позакрывали и сидим, блядь, не пиздим. Дядя, говорю, ради уважения. Блядь. Что-то справа летит, нет? Не вижу. Шум был какой-то, блядь. Вроде нет никого. Абрамс, Бредля, что там? Смотри. Бля, если Абрамс, то, ну... СПН, может быть? Был шум по правому борту, не различил чего. А в армии лимон за Абрамс не дают, как в реалити, нет? Ну. Там в реалити это не так все просто оказалось. Понятно. Смотри, как идет, бля, ёпта, красиво, блядь. Кто-то сажал тут. Плавно. Только притормажит, как нубас, блядь. Откуда, сука, в лесу? Батя-то не тормозят нихуя. Оп, давай. Ой, бля, бинтуйтесь, мужики, заранее, бля. Пошла, блядь, коробочка. Вот здесь, кстати, есть вариант проскочить. Я так понял, мы самый первый, да? Не знаю, судя по меткам, да? Возможно, да. Но меток нет. И ви будут самых первых, нет? Нет. Доклад в рацию. По мне стреляют. Скажи ему, прячься, блядь. Прячься срочно. Надо было поставить 2 от елки, блядь, в лесу. Ага, вижу снайпера. Где? За дерево. Ой, красавчик. Какой ДВД? Номер-то? Числа? Цифры? Я метку двигаю, я не умею. Сейчас скажу, заебал. Тебе рацию дали, для чего, блядь? 14. Я, чтоб метку двигать, блядь. Во! Дерево, блядь! Ты чё, ёпта? Я его настроил. Хуя себе, блядь! Просто зеркало снес нахуй, 19. Разводной, блядь, ты чё нахуй? Как не въебались, блядь, хуй знает. Ну, возможно, бы зеркалом задели в реальности-то, а? Ну да, она прям в миллиметр, она, блядь, зеркало ушло в дерево прям, блядь.
на метке. Спешились. Алды спешились. Покрой нас, мы потихонечку начинаем движение на юг. Синий марш. GPS тебе оставили? Да, да, мне уже. Все, привет. Что машина заразит? 35,5 ДВ, блядь. Чего? Ну ты третий. Ну бас. Ну я метку ставил, у меня есть уважительная причина, блядь. Что-то я разговариваю, там тишина, думаю, что-то не то, блядь. Всем этим движение 160. Шире друг от друга. Да, ну знаешь, следующее будет. Ну, блядь, ну, понять, простить, извинить. Бывает. Ну, я посмотрел, я видел ДВ, слово. Цифры не умею. А, Урал. На связи. Бинокль надо? Нет, есть. Дымов то, блядь. Два дыма, блядь. Американцы, все техника американская у них. Наша вся русская чуть правее. Так же, блядь, возьму где-то 150. Так, ну мы гору слева обходим. Туда идти надо. Чего было, Энхамса? Я на северо-востоке слышу.
два Рёр. Одна Брэдли, одна, один Мардер. А Абрамс есть? Тут на скрине нарисован, блядь, а по факту, по-моему, нету. Да, я тоже слышал, что типа нету. Но странно. Приоритетно по вертушке, если что, с духи поработать. Базик, у тебя есть? Да, гудит с юга, вертушка гудит. Вертушка с юга на север идет. Тебе же сказали. ДВ настрой, блядь. С юга на север. Что еще? Она той, на той, где замок стоит, правее горы, блядь, понял? Где замок стоит. Большая гора. Правее. Еще. Я не вижу. К востоку. Мы слегка торопимся, сейчас зайдем в лесочек, чуть-чуть покурим. О, уважаем. Хочу первым размениваться в этой войне. Правильно. Че, вот пока тут в начале леса елочки, блядь, под ними полежим, покурим, блядь, под город не открываемся на восток. Короче, когда эти фонки и МГ дойдут до ВП-2 и потом пойдем. Вертолет над замком. Именно с чертовым замком двигаться на север.
Что такое УКК? А, БЦК это такое. Ублюдский прицел. А чё они с пастура не уебут, нахуй? Там же тигр стоит, туровый, блядь. Ну, они про то же говорят. Это птурами его еб. Мы бы давно его сняли, нахуй. Вот, блядь, сразу пиздец. Как на актюхе, блядь. Гроза, бля. У нас работа глушилка. Да, у нас возможно... это где у нас, блядь? Я могу завод замок, если надо слушать. Буранов глушитель. Ты к той сторону рту. Там метка появилась, то что там глушитель СПН, смотрите аккуратно. Доворачиваем на 130. Он ушел. Вертолет ушел. Я завел, но он ушел. На тебя будет заходить, смотри внимательно. Перекатывайся. Че, по замку зажать? Не надо, ну в ДВ выйди, спроси, надо зажать, зажми. Держимся подальше, сильно городу не открываемся, не подходим. Че, курим или чё? Старый. Да. Курим или идем? Курим, 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 немножко курим, торопимся. Я под сайт дам. Да, полежим, посидим чуть-чуть.
Гюрза. А, все понял. Так свои старые удалять не забывай. Са, там аккуратно свои идут, МГ и Понки. Бронза ФК минус. На месте. Да, ждем бронзу. Так, внимание. Походу противник. Контакт. У нас впереди контакт. Американец. Азимут Восток. Ставлю метку. Черная метка. Идет Хамсе. Хамса, к тебе идет. Это... Че, убираем его? А, да, конечно. Блять, вне поля видимости. Подходит к деревне. К дороге подходит. Которая на востоке. Пока не вижу его. Убил, бронза минус. Урал жив? Живой. Бронза минус, блин. Бринза. Флойд, он в кустах, если ты рядом со мной, он на востоке, до дороги не дошел, в кустах сел. Хамса на метке, чувак, на метке, на черной. Принял? Так, что делаем? Уходим, Флойд. Я пошел. Обходите. Хамса, разбирайся там с ним, мы обходим. Я его не вижу. Он уже убежал, метка не актуальна уже.
Он убежал куда-то на северо-восток. КВ поднял тишину. Тошку надо дать. Дом надо чекать, наверное, да? Вот, пойдем, пойдем. Слышишь технику, блядь, да? Да, вертух слышу. Да, я так полагаю, вот то база, которая на 160 уже, правильно? Ну да. Блять, слышишь машину, ёпта. На востоке. Там, по нам. Стой здесь. Походу Флойда замочила, блять. Сюга, да стоит, мрак. Нет, работала. Тридцатка, понял, работала с востока, с юго-востока. Флойд, живой? 427-я, да? Сан, что я... 427-я метку поставил, какая-то техника, 30-ка, автопушка там, либо марка, либо что там. А возле дома, и как там едет. Не Брэдли Варриор, скорее всего, не марка. Кто-то оттуда по нам ебашит, мы прижаты у дома, метка актуальна. Флойд, живой? Флойда убила. Ну давайте сдвинемся, потому что двоих потеряли. Сдвиг по КВ. Проверка. Плохо сидим, мы в открытом сидим, блядь. Тут ни кустов, ничего. Орда КВ. Предлагаю этого дома в лес, по лесу. Желтый маршрут видите? Видим. Уходим на него. Сан, ты ж... Ну, значит, ну давай. Давай назад уйдем, на север. Все, сидим обратно. Работает с юга, далеко. Я залег. С Барриор, да, вон мир. Живой? Живой. Попробуем севернее забрать, закрываясь домом. Блядь, ну давай, на нулях. Давай, я подожди, я сейчас отвлекающий дым дам. Да не надо, давай так уйдем. А, блядь. Подожди, гранат кинул, блядь. Бежал до поля. Сейчас. Вроде бегу. Я даю ГП. Все, убежал. Давай вниз. Надо отдышаться, стамина ебет. Да
Смотри, у нас противник предыдущий на 80 бежал за дорогу. Могут вывернуться. Да, да. Белая американская форма, желтая. Мужички, кто есть на связи, проходите потихоньку. Осталось. Да. Мы четвером, мы с Уралом, мы, Хамса, да, остался живой. И Ардай. Действуйте вдвоем вы, мы вдвоем. Я двигаюсь, кончу. Ну нам не пройти, пока эта хуйня там на горке стоит, блядь. Вызывай птуровозов, блядь. Да все в курсе, метки есть, но там что-то выбили кого-то, кто-то что-то, короче, непонятно. Круговую пока давай займем, посмотрим тылы. Я думаю, крысов тут придет. Да, тылы смотрю. Подножия горы не вижу. Я верхнюю часть смотрю. Там север еще надо поглядывать, откуда пришли. Смотрелись, пошли вперед, надо было смотреться. Согласен. Оплошность. Иду. Извини, попробуем пройти. Давай, Хамса. Нам придется урал через эти домики на 120 пробежать. Вопрос на выстрел поставил. Блин, там, ну, там нет своей. Связи с ними нет. Я побежал. Хуй знает, вроде на семерку похоже. Так, стамина, Сатыч.
Впереди труп у нас американский на зиму 160. Станция 200. Ты его, да, убил? Давай, Хамса там прошел же, бля. Шагай ее, сейчас я ее трахну. 100, 190. Не вижу пока, не вижу. По ущелью будем сейчас идти. Да, сейчас придем, не шугайте ее. Какое вооружение там? Пулемет или что, пушка? Ты всего это шакал. Или мрап, или шакал, и койот. А, тогда нахуй нужен, полиция, бля. Если там никого нет, то похуй, проходим. Надо в бинокль его смотреть тихонечко. Блять, не вижу впритык вообще. Видишь, стоит 190. Да, да, видел. Нет, не вижу. Это бревна, блять. Дальше смотри, вот я бегу прям на него. А, это фуч, блять. Слушай. Это фуч немецкий. У них нет фуча. Койот, может быть. А может прям замануха какая-то? Это фуч, да, это фуч. Проходим, похуй. Ты что, остановился? Идем, идем, идем. Я метку дыбил. Твои не бери, пошли. Смотри, может быть, заминированный нахуй. Готов, готов, готов. Да, 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 да. Бля, поверху пошла, сука. Алло. Аллах Акбар. Куда идем дальше? Так же двигаемся, по желтому. Мы спалились, пиздец. Ну идем, что делать? Смотрим внимательно. Брыля, да, была? Я за... Брыля, брыля, да. Ты идешь или сидишь? Иду, иду. Блять, ты говори, я-то вижу, что ты лег, и я тоже лег. Подожди меня. Я даю. Вижу тебя.
Скорее всего, да, да, да. С этой стороны примерно, да. Это она и была, блядь. Мы отомстили, нахуй. Так ей, нахуй, будет выебываться. Сел в ёлку. За Сашку! За Андрейку! Блядь! Я тебя чуть не уебал, нахуй. Ты чё, ёптать? Что, я же сказал, сел. Ёбаный рот, блядь. Чем выебываться у тебя по технике? Повтори. Есть чем выебываться по технике еще? Да, да, еще два кумуля, блядь. У меня еще ничего не было. Давай, ко мне принеси-ка его, пока не поздно. Что, давай к нам двигай. Брал, думаю, то, что эту канаву сейчас будут все смотреть, надо подниматься повыше, восточно. Давай попробуем, давай дождемся, дай я гаранту заберу, блядь. Я поднимаюсь уже. Давай к елочку пройдем дальше. По-моему, что-то гудит, Сантыч, у нас на с востоке. Сели в елку. Так, нам дуй. Брон, тылы посмотрю. Смотрю. Приходит, вооружаемся и идем на штурм. Надо проверить, что там гудит, блядь. Прямо беги, прямо беги. Прямо на меня бежишь. Я не знаю, кто там сзади бежит с севера. Правее, 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 правее. Мы не на поле. У тебя в рюкзаке, да, я сам заберу. Я сам заберу. Ну, с кем мы будем, что? У тебя что, только осколочные? Кому ли нет, что ли? Вон, что было. Отойди от мешка, блядь, я говорил, сам заберу. Ёпта, нахуй ты его, блядь. Всё, пошли эти в треки. Скорее всего, в треки. Пошли. Это осколочный был, не кумулятив, нах. Не шарит, чё к чему. А, так это база слева, что ли, или чё? А, да, да, всё, триггер. Блядь, так у меня есть стимромболический, слушай, блядь. Чё-то увидишь, ебаш. Ой! Своя пошла. Отхожу назад. Санту убили. Давай, Зик. Есть что на канале, нет?
6 же у нас двиг. Где он? Ну. А, 4. На короткой. Ну все, ребячки, давайте штурмуйте. Впереди Санта шел, там какой-то бункер был, по-моему, из бункера сняли его. Я за техник буду гоняться. Бля, гранат-то не взял нихуя. Что там нас сделать-то, блядь? А, обозначить генералов НАТО, обозначить.
Тыки в помое, бля. Короче. Теперь котлету нахуй.